С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 22 сентября. Всемирный день без автомобиля. Объяснять, думаю, не нужно. Водителям предлагается хоть на время стать пешеходами. Всемирный день защиты слонов и Всемирный день носорога. Все это отмечается 22 сентября. А также о родившихся. 1601 год. В Вальядолиде в Испании рождается Анна Австрийская, дочь испанского короля Филиппа III, эрцгерцогиня Австрийская, королева Франции, жена Людовика XIII, регентша при малолетнем сыне Людовике XIV. А в 1791 году родился Майкл Фарадей, английский физик, экспериментатор и химик, член Лондонского королевского общества и множества других научных организаций, в том числе иностранный почетный член Петербургской академии наук. Открыл электромагнитную индукцию, которая лежала в основе современного промышленного производства электричества и многих его применений. Ну и также придумал первую модель электродвигателя и первый трансформатор. И первым именно этот ученый предсказал электромагнитные волны. В 1900 году рождается Сергей Ожегов, советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор, автор выдержавшего множество изданий словаря русского языка. Один из составителей толкового словаря русского языка под редакцией Ушакова. В 1938 году рождается Дин Рид, американский певец, киноактер, режиссер и общественный деятель, пользовавшийся огромной популярностью в странах Латинской Америки и Восточной Европы. Был особым другом Советского Союза. В 1986 Дин Рид ссорится с супругой Ренатой Блюме и совершает неудачную попытку самоубийства, режет себе руку. После ссоры Дин покидает свой дом, а через несколько часов тело мертвого Дина Рида находят в озере. После рассекречивания архивов Восточно-германской службы безопасности версия о самоубийстве получает еще одно подтверждение. Обнаружено прощальное письмо Дина Рида, которое он написал перед смертью. Правда, есть версия, что решение о самоубийстве певец принимает, исходя из изменяющихся политических обстановок. 1958 год. Рождается Андреа Бочелли, итальянский певец, тенор, исполнитель классической и популярной музыки. Он стал одним из наиболее запоминающихся голосов современной оперы и поп-музыки одновременно. С детства у него была диагностирована болезнь глаз. Его зрение стремительно падало, постоянно приходилось делать операции. Во время периодов реабилитации мальчика спасал проигрыватель с пластинками итальянских опер, которые он мог слушать часами. В 12 лет во время игры в мяч будущий певец получил травму головы. Диагноз врачей прозвучал как приговор – осложнение глаукомы, которое сделало ребенка слепым. Но это не остановило его на пути к мечте. О некоторых событиях дня. 1762 год. Екатерина II коронуется на царство. Все происходит в Успенском соборе в Кремле. Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа выходит замуж за внука Петра I Карла Ульриха, впоследствии царя Петра III, и после 18 лет ненавистного супружества организовывает свержение и, судя по всему, убийство мужа. Она возведена на престол с помощью военных, а ее восшествие объявлено в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Но коронация всех русских царей происходит всегда в Москве. Пышная церемония, балы, театральные представления, иллюминация, фейерверки и народный праздник, которые последовали за этим, были гораздо роскошнее и пышнее по сравнению с прежними коронациями. Десятки тысяч москвичей вышли на улицу и выказывали свою радость новой императрице. Стоило ей только появиться. Екатерина II правила целых 34 года. 1780 год. Первый описанный случай линчевания. В американском штате Вирджиния капитан Уильям Линч и его родственники расправились с преступниками, не прибегая к услугам суда. Убийство конокрадов и назвали судом Линча. 1862 год. 16-й президент США Авраам Линкольн объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы отныне навсегда будут свободными. Декларация об отмене рабства во всех штатах была опубликована в газетах, а также напечатана отдельными выпусками. 30 декабря 1862 президентом подписана прокламация об освобождении, и первый же день Нового года ознаменовался вступлением декларации в законную силу.
1943 год. Вслед за Центральным фронтом к Днепру выходят и войска Воронежского фронта. Уже на рассвете 22 сентября начинается переправа подразделений через Днепр и захват плацдармов на его правом берегу. Всего к концу сентября усилиями войск Центрального, Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов захвачены 23 плацдарма. За успешное форсирование Днепра около 2000 человек будут удостоены звания Героя Советского Союза. 1951 год. В общественных местах по всей Швеции официально запрещены поцелуи. И в этом запрете скандинавская держава не одинока. Целоваться запрещено, например, и в известной на весь мир своими любовными мелодрамами Индии, и в общественном транспорте Парижа, Лондона, Вены, не говоря уже о большинстве суровых арабских стран. 1980 год. Делегаты 36 региональных отделений независимых польских профсоюзов собираются в Гдыни и объединяются под именем «Солидарность». Председателем нового профсоюзного объединения избирается Лех Валенса. К началу 81-го «Солидарность» будет насчитывать в своих рядах 10 миллионов человек. 1994 год. На американском телевидении премьера комедийного телесериала «Друзья», где появилась целая плеяда молодых талантливых актеров, таких как Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и многие другие. Проект выдержал 10 сезонов. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе 6 премий Эмми. Но еще об одном событии более подробно. В 1839 году на берегу Москвы-реки, на месте снесенного древнего Алексеевского монастыря, торжественно заложен многострадальный храм Христа Спасителя по проекту Константина Тона. По преданию, оскорбленная такой бесцеремонностью, настоятельница монастыря прокляла это место и предрекла, что на нем ничто долго не простоит. Торжества начинаются литургией в Успенском соборе, затем последовало церемониальное шествие, во главе которого шли участники войны 1812 года, а завершал император Николай Павлович. Государь самолично положил в закладку две плитки протопоповского мрамора, одну со своим именем, другую с именем императрицы. В честь этого события было выбито 34 золотых, 100 серебряных и 100 бронзовых медалей с изображением фасада храма и надписью «Завещал Александр I», начал исполнение Николай I. Строительство завершено в 1860-м, после чего создавался интерьер и внутреннее убранство. 26 мая 1883-го первый храм был освящен. Здание храма разрушили 5 декабря 1931-го в результате сталинской реконструкции Москвы. Площадку планировалось отдать под строительство Дворца Советов, огромного. В итоге на этом месте оказался бассейн Москва. Здание храма воссоздано с использованием других строительных материалов в 1994-1999 годах 20 века. Теперь пришло время молитвенного наполнения. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».